нового губернатора нарушает 56-ю статью Конституции, ибо при чрезвычайном положении людей ограничивают, но выплачивают им компенсацию за то, что они не могут работать, за то, что они должны быть самоизолированы. После того, повторяю, как я подал на Собянина в суд и привлек международную общественность, он отказался, он подтвердил, я могу показать, где Собянин, главный по борьбе с эпидемией, признается, что нет никакого закона Российской Федерации, обязывающего граждан носить маски на территории России. Это рекомендации. Таким образом, Денис, вас обманули. Вас заставляют нарушать Конституцию Российской Федерации. И если... Я не говорил, что есть закон Российской Федерации. Есть указы губернатора, которые также обязаны... А что выше? Губернатор будет снят с должности. Что выше? Закон Конституции или указ губернатора, который превысил полномочия на Собянина? Собянина осенью будут снимать с должности. После того, как народные артисты, профессура объединилась, показала выкладки. Денис, за полгода этого полугода 10 тысяч умерло от коронавируса. 10 тысяч.